Все понравилось. Очень доволен, что провели матч с таким соперником. Сразу ребята почувствовали именно вот эту плотность в обороне у соперника. Когда команда умеет хорошо держать мяч, а Липецк сегодня хорошо держал мяч, нормально достаточно перестраивались, проигрывали. В общем, все получилось. Перебороли себя, добавили во втором тайме. И, ну, скажем так, вырвали победу. Были еще моменты. Поэтому у меня очень положительные впечатления. И я очень рад, что мы сыграли эту игру. Согласен с тем, что счет мог быть более крупным в нашу пользу? Можно было, да, были моменты. Но еще раз говорю, я не ставил в главу угла результат. Хотя очень рад, что команда сама ставит и добивается этого. Вот поэтому не будем говорить о том, что могло бы быть, да. Давайте говорить о том, что есть. Состояние газона устроило? Ну, немножко не то, к которому мы привыкли. Но играть можно. Поэтому валить на газон мы тоже ничего не будем. До старта первенства осталась практически одна неделя. Уже идет целенаправленная подготовка к первому матчу. Да. И что в рамках этой подготовки вы планируете делать на следующей неделе? Ну, у нас еще игра в понедельник. Еще ребята сыграют. Потом мы будем непосредственно уже готовиться к сопернику.